Здравствуйте, дорогие мои! Это канал «Заметки нумизмата» и я, Сергей Юрьевич. Сегодня я решил между делом провести конкурс и задать вам очень любопытный вопрос. А сначала попью чайку. А попью чайку не просто так, а с печеницем. А печенюшечка непростая. Она имеет определенное отношение к событиям, которые случились в 20 веке в Российской империи. Вкусная печеница называется юбилейная. Приготовлено оно было к определенному событию. И весь 20 век, и век нынешний, пеклось оно на фабрике «Большевик», которая находится на Ленинградском проспекте. Вопрос возник такой: а какое же все-таки отношение эта печенюшка имеет к нумизматике? Тот, кто сможет первым ответить на этот вопрос, получит приз. Замечательный билончик, 20 копеечек. А еще четверо ответивших следом получат поощрительные призы. Тоже билончик, но номиналом поменьше. Отвечайте на вопросы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это был Сергей Юрьевич и заметки нумизмата. Увидимся!